Лайк плюс подписка. Всем привет, ребята, и с вами, как всегда, я, Ананасик. И в этом видео я вам расскажу, как стать невидимым в Чикенгане. Мне кажется, это будет очень интересно узнать. Это будет, короче, очень интересный баг, который сможет использовать каждый. Поэтому желаю вам приятного просмотра. Погнали! Ну и для начала, чтобы выполнить этот баг, вам нужно купить вот эту ракету в магазине. Она всего лишь стоит 150 монет. Ну а дальше мы создаем вот такую карту, которую вы видите на экране. И теперь мы летим вот в ту сторону. Как мы видим, там у нас есть порталы. Но чтобы туда долететь, давайте используем какой-нибудь самолет. Ну, давайте я выберу вот этот вертолет. Ну, неважно, что вы выберете, лишь бы туда долететь. Поэтому все, погнали. Ну и потом, когда вы уже долетели на вертолете, вам уже он не нужен, вы просто берете вот эти порталы и мы несем их к карте, короче говоря. Просто летим и несем эти порталы. Дальше, когда мы их сюда принесли, нам нужно выбрать любую стенку, которую вы хотите. Главное, чтобы это была стенка. Я, например, вот здесь выберу, и все отлично. Теперь, ребята, мы берем наш купленный ракету, нашу купленную, и просто туда въезжаем. И все, ребят, отлично. Мы теперь стали невидимыми. Вот, ну, как сказать, частично невидимыми. Сейчас я вам покажу, какими мы стали. Ну, во-первых, сейчас, так. Ну, то есть мы отпускаем ракету, и сейчас я вам покажу, какими мы стали. Это очень прикольный баг, и мне кажется, каждый из вас сможет его сделать. Вот, смотрите, мы стали невидимыми, вот, ну, частично невидимыми, и это реально очень круто. Ну и на этом все, друзья. Всем спасибо за просмотр моего данного видеоролика. Если вам понравился этот ролик, обязательно поддержите его лайком и подпиской. Ну и, конечно, если вы не знали этот баг, то обязательно напишите комментарий. Ну а если вы знали этот баг, то напишите в комментарии, что вы знали его. Ну а на этом все. Всем пока-пока.